над двором фигня летала, серебристого металла. ПВО все позбивало, восхищается народ. Все по путинскому плану, две недели без обману, детонация идет. Поезд едет, рельсы гнутся, за окном снаряды рвутся, в офис к нам сейчас ворвутся, мы читаем пресс-релиз. Министерство обороны, ни при чем тут батальоны, это делят Вальдберис. Девки, слушайтесь Атона. Не ходите за Илона, Маск не с нашего района, никакущий он бойфренд. Илон головою глючит, кукурузину отключит в неожиданный момент. Чтобы войску дать пехоты, чтоб росли в стране зиготы. Мы чалт-фри лишим свободы, то пособницы врага. Чтоб в стране рождались детки, разминайте яйцеклетки, коли жизнь вам дорога. Чтоб ногами не махали, мужиков чтоб не смущали, мы чирлидинг запрещали, не хотим такого знать. Добрый, умный и сердечный есть у нас чирлидер вечный, и другого нам не нать. Мы не сеем, мы не пашем, под начальство дудку пляшем, колокольни людям машем, осуждаем атеизм. Если надо, трупом ляжем, запрещая людям нашим обезьян и дарвинизм. А за что Дарвина запрещать? Ну, произошли мы от обезьян. И чё? Разглашение личных данных. Да и в общем прямо скажем, из науки людям важен лишь один патриотизм. Когда мы устаем принимать законы, мы смотрим и лайкаем заповедник. А когда народ устает от нас, он тоже смотрит и лайкает заповедник. У нас с народом много общего.